Ребята, и это новый фильм, он будет называться «Близняшки». Вот, и простите за мой голос, просто немного захрипло. Вот, короче, ну, вы на канале Нутелла Влог. Приятного вам просмотра. Вот, смотрите. Ну что там, доктор, сколько у меня будет детей? У вас будет двойня. Близняшки? Да, Да, у вас будут близняшки. Идите, переодевайтесь. Хорошо. Все, можете езжать домой. Хорошо, поскорее хочу уже увидеть своих дочек. Ну что там? Ты узнала, кто будет? Да, у нас будет двойня. Хорошо, пошли. Пошли. Дома. Я так рада, что у нас будут близняшки. Я тоже рад. Пошли. Ладно, я переоденусь, да. Наверное, в это. Я пойду отдохну. Хорошо, я приготовлю кушать. Прошло несколько месяцев, и уже в роддоме. Ты уже собрана? Да, я собрана. Уже поехали быстрее. Лежу-ка я. Может, мне плохо, доктор? Доктор! Что такое? Принесите мне какую-нибудь таблетку, мне плохо. После того, как она родила. Вот ваши дети. О, спасибо, доктор. Вот ваша карточка. Это через 2 дня вы можете уже ехать домой. Но это не факт, что через 2 дня. Хорошо. Ну вот и прошло 2 дня, и ее выписали. Ну что, идем домой? Ой, не плачь. На, соску. Все, не плачьте, идемте. Уже дома. Ну вот мы и дома. Так, нужно детей уложить спать. Так. Все. Все, так. Я переоденусь, пожалуй, и тоже лягу отдохну. Хорошо, я чемодан тут поставлю. Так. Прошло несколько дней с того дня. Нужно вставать. Так, пожалуй, переоденусь. Так. Они еще спят. Нужно приготовить кушать. Так. Там такое кричит. Наверное, дети уже проснулись. Ладно, поставлю одну бутылочку. Греться так. Ой. Так. Да, кто у нас проснулся? Так. Уже кушать варится. Так. Нужно вас сейчас раскрыть с полотенчик. И покушаем. Прошел 1 год. Детям уже 2 годика. Так, садитесь. Так, соски мне давайте. Ой, господи. Так, сейчас будем кушать. Так, а ну, Маша, иди сюда. Так, Маша, давай, кушай. Все, покушала. Давай, теперь ты, Даша. Все, молодцы. Так, соски, это вроде бы как твоя, это твоя. Все, идите ко мне. Ой. Так. Я укладу вас. Нет, будете играть. Папа еще спит. Так. Ну, давайте тут будете играться. Сейчас я вам принесу игрушечки. Вот, держите. Так, а я пока что пойду переоденусь, так. И сейчас пойдем с вами гулять. Так, давайте. Я сейчас вас переодену как-то так. Так. Маша, ты будешь в этом идти?
Ты в этом. Вот так-то лучше. Так. Так, игрушечки кладите уже, давайте. Такой. Сосочки. Так, все, пошлите. Когда они гуляли до самого вечера, и наступил уже вечер. Вечером, когда они пришли. Ну и где ты была? Я с дочками гуляла. Я спрашиваю тебя, где ты была? Я с дочками гуляла. Тебе что непонятного? Выметайся из моего дома. Что? Что? Выметайся, сказал. Быстро! Ну и ладно, больно надо мне твоя квартира. Господи, как он просто долбал своими пьянками, гулянками. Ой, тут еще мои старые фотки, ну ладно. Так. Так, держите игрушечки. Сейчас все. Так. Все, пойдемте, девочки. Жена не знала, куда деваться, и поэтому она решилась на то, чтобы отдать детей в нормальные руки. Ну, а на этом, ребята, был конец серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Nutella Vlog. Вот, и это был канал, точнее, сериал. Двойняшки, точнее, Блесняшки, ну, вы поняли. Вот. Надеюсь, вам понравился этот сериал. Ждите вторую часть. Вторая часть выйдет завтра. Потому что я опять же таки была, да, забросила канал. Но я не просто его забросила. У меня были очень неотложные дела. И поэтому вот так вот. Поэтому вот так вот не было видео долго. Ну, вы были на канале Nutella Vlog. Всем пока. Пока. Ждите вторую часть.